мы попали в мир самых смешных, страшных и сумасшедших иллюзий в Майнкрафте, которые с каждой минутой становятся только хуже. И теперь мне нужно выбраться отсюда живым, пока мой компьютер просто не сошел с ума. Иначе эти иллюзии меня просто поглотят. Что еще за мир иллюзии? Наверное, окей, еще более интересный вопрос. При чем тут вообще этот конь? Кажется, мне уже плохо. Мне обещали иллюзии, но вместо этого меня обнимает лава, окутывает в своих теплых объятиях. Окей, что мне здесь надо делать? Мне нужно добраться до улицы, но каким образом? Тут я вижу блоки и окей, подо мной сундук, но... Оу май гад, что это за разрушенные палки? Причем это андезит? Стоп, то есть... Я сейчас смотрю на палки, но ведь это андезит. И теперь я реально в шоке. То есть вы хотите сказать, что все предметы в этом сундуке просто перемешались? Типа, я смотрю на андезит, и это палка. Я смотрю на дубовую доску, и это яблоко. А яблоко — дубовые доски. Строиться сегодня будем яблоками. Окей, Майнкрафт, этим ты меня не напугаешь. Мы все отсюда заберем. Окей, теперь, когда у меня огромное количество непонятных предметов, типа нитка, которая на самом деле это пшеница, судя по всему, мы реально можем строиться только яблоком. То есть мы берем яблоко. И, да ладно, не говорите, что я сейчас просто беру, прыгаю, ставлю под себя яблоко. О, что? Вы просто посмотрите, что сзади меня. О май гад, происходит лава. О, лава окутывает меня целиком. Все, быстрее, нужно двигаться очень быстро. Так, судя по всему, нам нужно собрать все эти кусты, и у меня выпадают вообще не те предметы, что я собираю. То есть, на самом деле, текстура андезита — это замаскированные палки. Так, мне нужна еще одна. Нас пытаются обмануть уже в самом начале, но нет, мы так просто не сдадимся. Видимо, мы ставим лестницы, аккуратненько поднимаемся по ним, и самое главное, не упасть в лаву, потому что сзади меня лава, которая, видимо, теперь будет меня догонять. Секундочку, для чего нам нужна эта лошадь? Возможно, я могу просто взять, прыгнуть, аккуратненько, сесть на лошадь, аккуратно, пожалуйста, не падай, только не падай в лаву. О май гад, окей, Боб, держись, пожалуйста, родной. Зачем я это сделал? Нет, серьезно, зачем я это сделал? Нет, Боб, пожалуйста, не пишите об этом ничего в комментариях. Видимо, это только первый уровень. И... я упал в лаву, я упал, о май гад, что? Секундочку, я упал в лаву, секундочку, я не умираю, почему? Я, о май гад, я упал в лаву, я упал в лаву, но я почему-то я не умираю, я совсем не получаю никакого урона, я могу просто взять и выплыть из этой лавы. Чего, секунду, я не получаю никакого урона, то есть лава — это тоже иллюзия. Первая локация оказалась простой, ведь лава не настоящая. Однако это даже близко не сравнится с тем, что нас ждет дальше. Ибо скоро мой компьютер в прямом смысле превратится в микроволновку. Окей, это место меня пугает. Видимо, мы проходим дальше наконец-таки на улицу. А улица где? Я что-то не понял. А тут я же пришел. Чего? Одну секундочку, я только что пришел оттуда, но теперь там ничего абсолютно нет. Стоп, я пришел отсюда, и теперь здесь появился бедрок. Я видел улицу, но на самом деле это фейк, это просто картина. Это просто картина, и улицы не существует. И мы переходим на следующую иллюзию. На. О май гад, новый этап. Что это такое? Это второй уровень иллюзии. И о май гад, что это такое? Да ладно, это зеркало! Я вижу сам себя, и кажется, это не свойственно для Майнкрафта. Окей, аккуратненько берем, прыгаем вниз к этой слизи. Мы попали на новый уровень иллюзии, где я не понимаю, что тут очень много зеркал. О нет, я не люблю такие фокусы. Нас хотят запутать. Меня пугает то, что я вижу сам себя. И судя по всему, нам нужно найти выход из этой комнаты, ведь это вторая иллюзия. И нам нужно найти выход, чтобы перейти к третьей. Но где выход? О май гад, нет. Это бесконечная комната. Я иду прямо, я просто возвращаюсь в одно и то же место. Это просто бесконечная локация. Все, понял. Идем в другое место. Прыгаем сюда. О май гад, что? Я прыгаю куда-то вниз. Да ладно. О май гад, это бесконечные комнаты. Что за жесть? Я прыгаю вниз, я бесконечно попадаю в одно и то же место. Вот это реально страшно. Стоп, а как мне отсюда сбежать? Окей, наверху я вижу самого себя, но я не вижу нигде выход. О май гад, окей, там есть еще один выход, окей. Тут есть какой-то выход. Нет, мы снова в одном и том же месте. Мы просто попадаем в одно и то же место. Я, конечно, такого не ожидал, но я немного проголодался, и мне придется есть это дерево. Да, я ем дерево, потому что на самом деле это яблоко. Окей, все, съедаем это дерево и не обращаем на это внимания. Я нашел еще один проход. А, понятно, мы опять в одной и той же комнате. Мы просто возвращаемся в одно и то же место постоянно. Тут невозможно найти выход. Как найти выход в комнате, где просто его нет? Я, кажется, побывал уже во всех абсолютно местах, только здесь. Стоп, только здесь я еще не был. Что это такое? О, это, кажется, есть выход. Да, это, походу, выход, но как мне туда добраться? Стоп, должен быть какой-то портал. Должен быть какой-то портал, чтобы я мог туда добраться. Стоп, или... О, секундочку, посмотрите на эту лаву. С этой лавой что-то не так. Судя по всему, возможно, нам нужно прыгнуть. Не-не-не, я не очень в этом уверен, но, допустим, окей, мы... Просто берем, о, прыгаем, о май гад, секундочку, у меня ровно одно сердечко, я упал на какую-то локацию прямо под лавой, лава испарилась, и я попадаю на иллюзию номер 3. Вот к этой иллюзии теперь у меня вопросы, это третий уровень иллюзии, и посмотрите эту лампу, почему она такая огромная? Чего? Стоп, о май гад, что это за место с огромными предметами? Нет, стоп, она не огромная, а это была просто иллюзия, понятно, меня уже обманули. Нам нужно каким-то образом пройти этот паркур, я нашел в бочке зелье прыгучести. Вы думали, что напугаете меня каким-то обычным паркуром? Серьезно, это паркур иллюзии? Вау, как
так сложно? Из лодки перепрыгиваешь на лестницу. Не понял. Что тут вообще не так? Окей, секундочку. Забираем эту лодку с собой. Мне кажется, я разгадал эту тайну. Нам нужно с задней стороны аккуратно подняться наверх. И теперь внимание. Нам нужно, скорее всего, подняться сюда, но я туда не допрыгну, только если я поставлю аккуратненько лодку. Сяду, есть! Отлично, лодка, ты пойдешь со мной. Ты нам очень пригодишься. Поднимаемся наверх. Здесь прыжок, который даже с лодкой я сделать не смогу, хотя у меня есть зелье прыгучести. Отлично, выпиваем. И прыжок, отлично. Главное теперь, чтобы мы не упали вниз. Потому что я не знаю, лава это или вода, но она меня пугает. Тут аккуратно ставим блок, запрыгиваем наверх. Я там вижу предмет в рамке. Аккуратненько, окей, это эндерперла. Окей, мы забрали эндерперл. Куда ее надо кидать? Так, я вижу какие-то стрелочки. Кидаем туда. И все. Мне кажется, мы выбрались и... Оу май гад. Мы попадаем в следующую локацию. О май гад, что? Все потемнело. Все вокруг меня потемнело. Я попал на какой-то летающий остров. Там у нас какой-то водопад. То есть мы берем наконец-таки нашу лодку и используем ее по назначению. Мы плывем вниз. Нам нужно, видимо, не знаю, переплыть этот остров. Стоп, секундочку. Я ничего не понимаю. Почему? О, нет, я вижу себя. Почему я прыгаю вниз и... Нет, нет, нет. Это какой-то бесконечный остров. Я прыгаю вниз. Я попадаю на тот же остров, на котором я находился до этого. Мой компьютер так превратится в микроволновку за считанные секунды, потому что... О май гад, чем дальше мы идем, тем жарче тут становится. Посмотрите, тут просто бесконечный остров. И как мне отсюда выбираться? Я просто застрял на бесконечном острове. Это какой-то кошмар. То есть это остров, с которого нельзя выбраться что наверх, что вниз. Я попадаю на один и тот же остров. Чего? Это реально какая-то жесть. Не-не-не-не. Я хочу просто отсюда... О май гад, секундочку. Выбраться. О, момент. Тут есть какая-то платформа. И возможно, если я прыгну туда, я смогу уцелеть. Но если я прыгну, я просто умру. О май гад, у меня была лодка. Я просто добуду это дерево. И я знаю, что нам нужно делать. Нам нужно заново скрафтить лодку. И самое главное, чтобы мы с первого раза смогли упасть сюда и не умереть. Почему у меня яблоки опять? Как бы странно это ни было, но я из яблок создал себе дубовую лодку. И посмотрите, мы только что срубили это дерево, правильно? То есть в теории, если это бесконечный остров, то спрыгнув вниз, это дерево тоже... О май гад, будет срублено все. Это реально страшно. Я спускаюсь просто в одно и то же место. Поэтому теперь нам нужно... О май гад, у меня сейчас жестко лагает компьютер. И это еще только третий или четвертый уровень. Если у меня уже подлагивает компьютер, значит, судя по всему, у нас ждет что-то реально страшное там. И я не знаю, как туда спуститься. То есть у меня есть одна лодка. Если я прыгну и успею в нее сесть, в теории я справлюсь, но не факт. Видите ли, у меня ровно одна попытка, чтобы я это смог сделать. И если я не справлюсь с первого раза, я просто умру. Поэтому, знаете что? Я могу обыграть иллюзии. Я придумал, как я могу переиграть эту игру. То есть я могу просто поставить лодку, в теории в нее сесть. И если я аккуратно буду приземляться вниз и вовремя успею с нее слезть, в теории, секунду, да, я смог левитировать, и не умер. Да, я смог пережить пару иллюзий, но самое страшное начнется прямо сейчас, ведь меня ждет бесконечный лабиринт иллюзий, а сразу после него начнется настоящий ад. Теперь, когда мы переиграли игру, самое время двигаться дальше. И что вообще нам здесь надо делать? Это просто пустая темная комната, я абсолютно ничего не вижу. Стоп, я вижу куда... О май гад, коридор, стоп, я вдали что-то вижу. Вы скажете, эта темная сфера не внушает доверия, да? Но я вам покажу еще кое-что. Посмотрите, извините меня на это. Какая-то непонятная комната. О май гад, что это вообще такое? Это похоже на какой-то лабиринт, но... О май гад, что с этим лабиринтом не так? Посмотрите на эти непонятные гличи. То есть, о май гад, все. Этот Майнкрафт с каждым испытанием будет... пугать все больше и больше. Мне нужно срочно отсюда выбираться. Самое страшное, что я периодически телепортируюсь в одно и то же место. То есть, о май гад, это место, оно повторяется. Это похоже на какой-то бесконечный лабиринт. Нет, нет, нет. Типа, если это бесконечный лабиринт, то как его вообще пройти? Я боюсь спросить, что будет дальше после того, как я... О, секундочку, я что-то видел. О май гад, я... О май гад, я нашел, кажется, выход. Или я не знаю, это какой-то костер. Где вообще находится выход, что когда листва? О, я по ней что-то вижу. Окей, по ней какая-то кнопка. И, о май гад, куда я вообще попал? О, нет, что? 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 Вокруг меня мир крутится. Что? Что? О, не. О, не. Это какая-то... О, боже мой. Это какая-то крутящаяся воронка. Вы, должно быть, просто шутите. Серьезно? Не, я не буду туда прыгать. Это какое-то издевательство. Что? А каким образом? Я должен туда прыгать, когда оно все движется? Не, ребят, вы же понимаете, что это, в принципе, плохая идея. То есть, какой шанс вообще того, что я реально прыгну и не умру? Типа, шанс примерно 0%. Окей, ладно. В принципе, выбора у меня особо другого нет, так что берем и с размаха просто прыгаем вниз. О, боже мой! О, жесть! Давай! О май гад! О май гад! Я куда-то лечу! Я еще! О май гад, еще один дроппер! О май гад, я упал! Два дроппера! О май гад, два дроппера! Я жив! Меня телепортировали на новую локацию и... О май гад, что это такое? Нет! Что? Что с этим миром не так? Нет, это невозможно! Это просто...
у него там платформа просто летает. Как вы хотите, чтобы я это прошел? О май гад, не-не-не. Это что за веревки? Просто какие-то веревки. Окей, аккуратно. Самое главное, на шифте просто идти вперед. Самое сложное возможное испытание было дроппером. Мне кажется, сложнее ничего не может быть. Я вообще в шоке, что я все еще жив. Но это еще не конец. Там все еще есть платформа, которая лимитирует, и мне нужно до нее дойти. Боже, что за жесть. Посмотрите на эту платформу. Она реально живет просто своей жизнью. И самое главное, просто идти по прямой. Да, это иллюзия. Это иллюзия, в которой мне нужно просто идти по прямой. На самом деле ничего не движется. Это реально иллюзия. И самое главное, никуда не сворачивать. Просто идти вперед. Я вижу уже конец. И да, мы все еще живы. Окей, все. Это была вроде как самая простая, но в это же время тяжелая иллюзия. Потому что показалось бы, просто по прямой. Но вот это просто какая-то жесть. Окей, мы дошли до какой-то двери. Ладно, полагаю, нам нужно сюда. И тут еще одна дверь. У меня только что здесь все было в яблоках. У меня все было в яблоках, и теперь вдруг резко превратилось в доски. Я опять закрыл себя где-то. Опять себя где-то закрыл. Что это такое? Нет, опять какая-то бесконечная комната. Секундочку. То есть мне нужно идти по прямой? Нет. Это просто обман. Это комната, которая бесконечно крутится, и тебе кажется, что ты идешь вперед, но на самом деле ты просто стоишь на месте. Тут есть открытая дверь, и судя по всему, нам нужно сюда. Все, окей, мы попали в еще какое-то пространство. О, мне это не нравится. Куда мы идем сейчас? О май гад, опять появился я. Опять появился я, и я как на беговой дорожке. Просто бесконечно бегу вперед. На самом деле, это иллюзия, просто жесть. Ты реально чувствуешь, как будто ты как на колесе просто бежишь вниз, но на самом деле ты просто стоишь на месте. О, это что? Я нашел какую-то кнопку, и судя по всему... Опа, секундочку. О, да ладно, тут есть выход. О май гад, тут есть выход. Окей, а что здесь? Тут еще какая-то иллюзия. То есть это иллюзия, в которой создается ощущение, как будто я все время прокручиваюсь. Да, реально. Меня как будто прокручивает вправо, но на самом деле я просто стою на месте. Все, с меня хватит. У меня начинает болеть голова от этого. Что это за ужас? Окей, давайте так. Я нашел кнопку, и скорее всего она выбрасывает меня туда. Я боюсь спросить, что нас ждет дальше, но судя по всему, это еще не все. Нажимаем на эту кнопку, и меня телепортировал в какую-то... О май гад, не песчаную комнату. Что? Что за перевернутая комната? О, мне это не нравится. Еще какая-то локация с иллюзиями. Окей, тут либо много комнат, либо... А, это одна и та же комната. Это одна и та же комната, которая повторяется, и судя по всему, нам нужно найти выход. Вот это конкретно жесть. Вроде как маленькая, обычная комната. Что сложного в том, чтобы найти здесь выход? Окей, я что-то нашел, но нет, это не выход. Это просто... Ой-ой, секундочку, о май гад. Это просто телепорт в одно и то же место. Так как мне тогда отсюда выбраться? Мамочки, где я? Я не понимаю, как выбраться из комнаты, которая просто ведет меня в одно и то же место. Что это вообще за жесть? Окей, это страшно. Это реально страшно. Я не понимаю, как мне отсюда выбраться? Тут просто все порталы. Я все порталы перепроверил. Они просто ведут в одно и то же место. То есть выхода здесь просто нет. Что это такое? Секундочку. О, нет, это просто люки. Но что это? Вот это, секундочку. О май гад, это не люк. Это не люк, это дверь. Это какая-то дверь. О, я вышел. Я куда-то вышел. Где я нахожусь? Что это за... О май гад, что за жесть? О май гад, откуда появился остров? Мне кажется, мы выбрались. Мне кажется, мы только что выбрались из этих иллюзий. И каждая минута в этом мире меня просто сводит с ума. Это была конкретная жесть. Кажется, пришло время пойти попить чай.